Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем с вами в Roblox, а это у нас симулятор лесоруба. Вообще не представляю, что тут надо делать. Мне кто-то посоветовал сыграть в нее, и я ее нечаянно нашел, и такой, блин, может судьба, а может реально попробовать. Захожу, а тут столько всего, и я что-то завис. А давайте тут какой-то возьмем, что-то возьмем. И я как понимаю, тут кликать, да, тут вот что-то у нас увеличивается, тут есть сражения. А здесь у нас какие-то тренировки, да? Чтобы улучшиться. Как? А как мы это прокачали? Мы просто сразу же X2 себе сделали? Просто на халяву? 2К у нас увеличивается. Ну, слушайте. Нормально, наверное, нормально, да? А, тут топ, да? А почему? Имя пользователя. А чё это? Чё это такое? Ладно, нам, наверное, сражаться, да? Давайте пробуем сражаться. Надо 50 сил, у нас есть 450. Что делать? Кликать просто, да? А, слушайте, я крутой. Я-то сильный. У нас новое оружие теперь есть. Ну все, слушайте. Ну что-то прикольное, если честно, но я думал, что мы себе лесорубку будем прокачивать. Я реально думал, что мы будем лесорубить. Что-то вот такое вот. О, бесплатное вознаграждение. А, надо нравится игра, я пока что не хочу всем этим заниматься. Так, побег из леса. Жесть. Так, все, мы набрали тут 700, давайте теперь с ним сражаться. Ну, сейчас закликаю ведь. Нелегко ведь. Подожди, тяжело. Тяжело. А я устаю, я уже устал кликать. А, блин. Блин, чел. А где мой топор? Я топор, у меня топора-то нету. О, чел. Нечестно. Нечестно, у меня топора-то нет. Вот все, все надел. Привет, привет, Димка. Привет, Димка. Тут из моих друзей зашел. Все, у меня теперь есть топор. Все, теперь ты получишь. Теперь тебе не будет нравиться. Слушайте, а я чуть не понимаю, а лучше стало? По-моему, да. Да я устаю. Я не могу это кликать. У меня. Пока я учился, у меня одногруппник такой один кликал прям жестко-жестко, но я не могу. Так, ладно. Я ему поддался. Давайте так. Сейчас мы тут покликаем и будем сражаться нормально, чтобы все у нас было хорошо. То есть какие-то питомцы, слушайте, у нас есть трофеи. Может попробуем открыть хотя бы одного? Что это такое вообще? Собака. Собака, что ты даешь, собака? Она у нас уже с нами, как я понимаю. Она нам увеличивает урон. Приятно. Да, мы лесорубы тут, мы вообще крутые с вами. Так, о, все, теперь мне кажется, мы должны с ним сразиться нормально, потому что у нас рекомендация больше, чем на 1000 больше, чем надо. Опа. Туда! Вот, слушайте, вот так вот надо. Вот так вот надо. Все, новый топорик. Его надели. Теперь мы стали еще с вами посильнее. Тут еще, я как понимаю, просто если ты играешь, тебе еще что-то дадут. Поэтому пока что тут ждем. Слушайте, давайте вот этого откроем теперь. Питомца. Продолжаем кликать без остановки. Обыкновенно. Да блин, пока обыкновенно все только падают. Жалко. А у нас она уже тоже надета сразу же. Все, и мы стали еще сильнее. Вот тут прям какие-то крутые питомцы. Но ничего, ничего, сейчас все будет. Сейчас я тут еще вкачаюсь. А, блин, не могу. Не могу, надо больше силы. Здесь надо целых 5000, блин, 5000 это много. 5000 это неплохо. Сейчас я тут... Не-не. Димка, я не тебя бью. Так просто вышло. Так, экипировать. Что, я теперь стал сильнее? Да, теперь он, мы стали получше еще. 5000 у нас есть. А. О, так все, у нас уже есть этот герой. Пипец, я-то думал, что не крутые. Так мы-то покруче сейчас будем. Если у нас уже такой питомец есть классный. Правда, тяжело его назвать питомцем. Мне кажется, он как человек все-таки. И он почему-то напоминает, знаете, как Dragon Ball. У него как будто стилистика из Dragon Ball. Я никогда не смотрел, но в принципе, мне кажется, большинство из вас видели. Все равно вот эти вот какие-то арты там по этому поводу. Боку. Ну да, как будто что-то вот есть такое. Магазин. Это донатный, да? Тут все донатное. Куда же без доната, как говорится? Да что тут вообще? Тут все только за донат.
Ну ладно. Ну и не надо. Собственно, давайте сейчас с жестким фермером сразимся. Потому что мы теперь в два раза, ну точнее даже в два с половиной раза его сильнее. Перерубили. Перерубили, получили новый топор. Теперь он стал сильнее. Все, давайте сражаться. Сколько там надо на следующего? 45 тысяч, вы че? Вы хотите, чтобы я сидел кликал все это время? Единственное, знаете, что меня, кстати, удивляет? В том, что это один из таких редких режимов, где у меня музыка тихая. Потому что обычно, когда я захожу в какой-то режим, я потом сижу и ставлю громкость на единичку. А здесь у меня наполовину как бы. Наполовину у меня тут целая музыка. Слушайте, а если мы с ним опять будем сражаться, нам что это даст? Нам что-то это даст? Мы его, наверное, за одну тычку, да, снесем? Не, ладно, не за одну. А, нам дают, слушайте, нам же дают все равно эти кубки. А кубки мы потом будем тратить на прокачку питомца. Ну, конечно, куда же без донатных, собственно, да? Это вот, знаете, я же хотел в подсимулятор поиграть сегодня, заснять. Ну, потом, видимо, тоже в него поиграю. Но у нас тут свой тоже есть подсимулятор, как я понимаю. Тут еще, смотрите, есть события, и тут надо поиграть минут, ну, несколько минут, и мы получим бесплатно какое-то яйцо. Тут, видимо, какое-то крутое животное, питомец у нас будет. И также вот здесь вот тоже, если мы будем играть, что-то получим. И вот здесь мы что-то можем получить. Прикольно. Конечно, тут захламлено сразу же, знаете, куча всего происходит на экране, это много пугает. А еще тут можно сделать автотренировку. Это прикольно. То есть мы с вами тут пока бегаем, он у нас вообще сам тут нажимает. Еще автофайт! Подождите, давайте попробуем. Насколько это будет? И он сам будет кликать? О, так это вообще кайф. И что, он сейчас опять будет? Опять! Мы еще яблоко получили. Так вообще круто. Нормально. Вот так вот и надо. Сейчас он пока, смотрите, он сражается. Мы можем какие-то яблоки посмотреть. То есть яблоко это тоже, да, оно нас как-то усиливает. Тут как будто понабрали, знаете, куча всего в этом режиме. Объединили. И как-то вот я даже не знаю, фрукты как будто бы, знаете, из этого, как он называется, блин, я забыл, короче. Ну да, там прям этот, с фруктами режим называется. Я думаю, вы все поняли. Все вообще здорово, то есть я пока сижу, смотрю, он у нас сражается, сидит. Он, точнее, стоит. Но при этом мы его только силу не ковим, к сожалению. Какие-то тропы. А, это следы просто. Ай. За что мы это можем купить? А, надо 5 побед? Сколько у нас побед? Это ведь нас усиливает. У нас есть 35 побед? У нас есть 35 побед. Откуда? А, я за вот эти покупаю. Блин. То есть, закупки это стоит. Ну, слушайте. Я бы купил. То есть, это надо обязательно нам прокачивать. Обязательно смотреть. 5 миллиардов. Вот это я понимаю, сумма, конечно. Нам до нее еще идти и идти, я бы сказал. Но давайте вот этот зеленый фейт купим. И на данный момент, наверное, нам этого будет предостаточно. Это нам дает плюс 25% к силе и 30% скорости. Я, правда, не понимаю, что это за скорость. Но в любом случае для нас это полезно. Здесь всего... Вот x15, это что? Это наши победы в 5 раз? Ой, в 15 раз увеличится или что? Или нам просто 15 их дадут кубков, потому что это звучит как-то немного... Ну, 15 мало. Это вообще бесполезно. Ой, донаты. А, ну, премиумки. Ну, конечно, куда же без этого нам. Так, скоро мы здесь можем что-то вот получить бесплатного питомца. Я даже вот не знаю, насколько они крутые. Блин, ладно, они крутые, собственно. Так, яблоко мы качаем. У нас Blueberry один, видимо, появился. Здорово. Так, смотрите. Блин, ладно. Отменяем. Ой, сейчас сам прокликаю. Все, мы теперь его уже нормально побеждаем легко. И пойдемте. Он нас еще бежит, как ниндзя. Автоматическое открытие тут даже есть. Как замечательно. Обыкновенно. Да блин, опять обыкновенно. Да что ж такое-то? Так, давайте пока что он нас тут будет бить. А мы тут тигра посмотрим. А, смотрите, а тигр-то у нас даже круче, чем Боку тот же самый. Собака, извини. Чё? Я пустынного тигра возьму.
При этом, смотрите, тут есть крафт голд, то есть мы можем сделать золотого. Но, видимо, чтобы золотого, нам надо, чтобы нам таких 3 целых выпало. Но будем обязательно смотреть, будем это вот проверять. Это реально, ну, типа, мне нравится, что тут есть вот эта вот бесплатная возможность, что оно вот так вот кликает. И мы тут пока вот бегаем, я тут что-то смотрю, он нас бьет. Набирает нам мощь. Здесь у нас что? А, мы тут еще не экипировали. Теперь мы должны сейчас еще быстрее набирать, потому что у нас мощь уже 78 тысяч. Продолжаем мы ее увеличивать. У нас что тут надо было? 45 тысяч рекомендовано. Ну я бы, знаете, подождал бы побольше. Уж чтобы наверняка мы потом с ним сражались. Так. Че, включаем давайте автофайт. Строитель. Блин, жалко, что нельзя кликать в этот момент еще. А я, если мы помогаем, мы быстрее справимся. Запретить молоток. Запретить молоток. Ну, он нас автоматически активировался. Поэтому все нормально. И мы сразу же можем теперь вот тут вот сражаться. Ну все, давайте пока тогда с ним биться. X3. X3 победа. Банан тут еще получаю. Рейер. Значит, прикольно. Я, конечно, я от этого режима вообще не этого на самом деле ожидал. Я вообще думал, что мы реально будем там лесорубку качать, там что-то дрова рубить, ускорять. А мы тут сражаемся в рубке деревьев с NPC. Звучит интересно. Звучит, правда, интересно. Так, смотрите, зато у нас сколько уже кубков. Такими темпами уже сбегать скоро будем. Сейчас еще немного наберем и пойдем открывать наших питомцев. Потому что нам их надо обязательно вкачивать, я так думаю. Это вот вообще замечательно. Я вот не знаю, это у нас так все хорошо идет, потому что мы тут только на начале, дальше замедлится, или это у всех такой старт хороший? Но там же дальше локации, да, есть, дальше будет только сложнее. Мне так кажется, я прям уверяю и вас, и себя. Яблоко у нас уже 11, я бы хотел, ну как бы до 15-то добить. Да, нам тут просто 15 штук дали, но это ни о чем немного. Зато вот сейчас вот насобираем кубков и сразу же много получим. Опа, смотрите, смотрите. А, в битве я не могу получить. Я уж испугался, я уж подумал, что нас обманули. Так, давайте. Получаем яйцо. Эпический, кто-то эпический. Что ты даешь? 4-5, блин. Блин, почему я тебе так радовался? Все, у нас пустынный тигр сильнее, блин. Вот так вот и потом получаю вот эти вот награды. Ну мы-то круче, мы быстрее с вами вкачались. Открыть 3, давайте сразу же 3 открывать. Пипец, блин. Далее называется нам 3 открыть. О, еще один такой. Так, а почему мы по 429 получаем? Это много или так и должно быть? Просто мы как будто бы больше должны это, зарабатывать. Я, кстати, переродиться могу. Нифига, наперерождался. А что это дает, подождите? Я что-то я так не посмотрел. Но вот эта вот сила, да, у нас увеличивается. А, и смотрите, мы больше теперь вот этого стали зарабатывать. То есть мы сразу же взяли и переродились раз 5, блин. Даже 6. Окей, окей. Сейчас пока вот я тут стою. Мы уже зарабатывали на клике подарки. У нас нет никаких подарков. Они опять тут донатные, входящие. Да, конечно, некому тут мне что-то входящее давать. Опа, опа, опа. Сидят, сидят. Вот они тут АФКшат, даже не дерутся. 2,4 миллиона сила. Крутой, крутой. Ох, блин, 500 тысяч надо. 500 тысяч это многовато, я бы так сказал. Зато сейчас у нас вот здесь будет... Ой. Вот. Курсор. Где тут курсор-то? А где тут были курсоры? Я не могу найти курсор. Он тут был. Алло. А, он здесь? Вот здесь он вкачивается? Или где? Выбор курсора. Я потерялся. Где я его смотрел? О, Equip Best. О, хорошо, что тут есть такая возможность.
Ропы, кстати, мы уже 200 тысяч силы набрали. Я нам предлагаю сейчас продолжить сражаться с нашим строителем. Сейчас будем биться. Да мы на автофайте, нам этот ваш таймер вообще не сдался. Куда? И что нам надо будет? Я говорю, яблоко бы вкачать. Ну и всего этого тоже постепенно бы нам усовершенствовать, смотреть. Перерождение, конечно, это тоже звучит очень интересно. Ну пока что кубки мы наших питомцев, что ли, будем тратить. Лучше снаряжение, конечно. Тропы. 10 миллионов. Ну, мы можем вот это вот купить. Но она, я бы не сказал, хотя, ну, на 5% повышает по всем параметрам. Это, конечно, здорово. Вот это вот уже можно было бы купить, на самом деле. Это тут уже разница такая заметная. Скорость и мощность, это круто. Так, давайте сейчас тогда уничтожим. Все, купили вот эту тропу. Теперь мы стали сильнее. Яблоко второго уровня. Тем временем у нас стало. Ну, все, сейчас продолжаем сражаться. Что у нас тут события? События X3. То есть это из-за события, да, какого-то? Вот этого, например. Ага, нам еще одну минуту надо сыграть. Играть в течение 25 минут. А почему тут 22 из 23? Как это работает? А у него какая мощность? 15 мощность. Ну, кстати, 15 мощности это уже лучше. Здесь-то у нас вот 4-5. А здесь как? Не понимаю. Тут непонятно как-то. Но в любом случае, вот это вот даже минимальный вот этот вот питомец, он будет лучше, чем все наши вместе взятых на данный момент. Поэтому нам обязательно надо бы его получить. И, ну, и совсем скоро мы уже его, собственно, должны получить. Еще бы я хотел сделать у нас золотого питомца. Видите? Ой-ой-ой. Автофайт-то надо выключить. Сюда. А, вот здесь курсор, я вспомнил. Вот у этого челика же курсор. Но мы уже на полную, да? Как будто вкачали. Я уже не понимаю. Сюда. Опять он. Наш обыкновенный. А чего реально другие-то не падают? А если автоматически можно сделать? Пец, даже автоматически за донат. Вот как вот жить, когда вот все в донате? О, редкий, блин. А я бы хотел уже обычного, чтобы мы позолотили потом. О, спасибо. Они меня просто слышат, они меня слушают. Опять он. Конечно, там на золотого надо всего 3. Я как бы уже их достаточно... О! Всё, давайте смотреть. Так, сделали золотым. Что у нас стало? Мощность 7,2, но 7,2 неплохо. У этого мощность 8. Это вообще 4,5. Поэтому мы делаем uncubed и ставим вот сюда. Давайте еще события, вот, кстати. Давай что-то хорошее, давай, пожалуйста, умоляю. Давай необычного, давай. Легендарный! Это какой шанс был, подождите. Какой легендарный-то? Подождите, а какой легендарный-то? Сейчас... 25. А тут 25. Ну, блин, ладно. Мой, ну, у него 30% шанс был. Ну, все равно... Круто! Блин, зачем я только что тогда все открывал, если нам сейчас вот такие вот крутые навыпадали? Так, а у тебя 5. Ну, вообще какой-то слабый. Ну, конечно, красивый, но он слабый. 25. 25 мощи, это вообще круто. Офигеть. И как нам вот что вот с этими питомцами потом делать? А их можно будет как-нибудь продать? Место, ну да, да, на, ну конечно же. Так, давайте тогда что я делаю? Тебя. А ладно, он у нас редкий, типа ивентовский, да, какой-то. Давайте тогда вот этих вот пока отдам. И смотрите, тут надо целых 500 тысяч, а у нас как бы уже целый миллион я тут накликал. Пока мы сидели тут разбирались. Давайте сразимся. Мы в 2 раза сильнее, я думаю, что мы победим. Я еще зачем-то на пробел нажимаю. Ну, победили прям хорошо. Так, все, надели. И теперь нам что, надо открывать новую локацию? Давайте тогда я пока что автофайт поставлю с волшебной ящерицей. Вот посмотрим, конечно, мы бы могли, наверное, так еще перерождение поюзать. Пропустить, что значит пропустить? Пропустить перерождение.
Вообще, на самом деле, да, было бы здорово нам пару раз их завязать. Но пока что, наверное, рановато это делать. Лучше открыть новую локацию, там будем смотреть. Тут по фруктам мы, конечно, да, увеличиваемся. Самое классное, что у нас теперь вот, я говорю, вот такой вот есть. И по событиям... А, да каждые вот эти вот 23 минуты мы можем... Откройте это яйцо, так тут реально можешь сидеть АФК, хотя я не знаю, поощряют ли тут разработчики. Я не знаю как, но типа обычно в играх там что-то как-то кикают. Лофи. Здесь 11 тысяч, кстати, 11 тысяч у нас уже есть, но пока что нету смысла, я так думаю. Пока что нету смысла. Ой, звезда какая крутая. Сейчас сразимся, надо автофайт убрать. Потому что пойдем новую локацию вами открывать. Все, мы крутые, яблоко получили. Побег из... О, так просто. А мы можем обратно вернуться? А все? А давайте экипировать сразу самое крутое. Как? А нам что, нам уже на ту локацию не попасть? Побег из снежной земли. А победить босса Санту и 20 миллион побед. Мне теперь просто вот, знаете, вот это вот интересно. Ну, мы же были в той локации. А если я, ну, захочу опять вот этих вот питомцев... А, вернись в лес. О, я нашел. Ура. Так, пока что я получаю по 13 тысяч за один клик. Это круто. Давайте посмотрим, что у них тут по силе. 5 миллионов, блин. А у Йети 45 миллионов, 400 миллионов. 3 миллиарда, 45 миллиардов. Офигеть. Вот это я понимаю. И, кстати, у нас кубки-то не пропали. Кубки у нас так и остались. Может, посмотрим, что у нас тут по питомцу. 2 миллиона. О, блин. Какие-то они жесткие. Ладно, давайте два таких тогда откроем. Посмотрим, может, тут что-то крутое выпадет. Редкий. Кстати, сразу же редкий выпал. Меня это очень радует. 35% на него у нас был. Здесь у него много силы. Обыкновенный. Так, что у вас? 8.5. Блин, 8.5, кстати, немного вообще. Как, где тут это Equipped лучшее взять? Что-то Unequipped? А, Equipped Best. Все, взяли Best наших. А, по силе, кстати, у нас уже есть вот эти вот 5 миллионов. Так, X45 кликаем. 27,5 тысяч за клик уже получаем. То есть сейчас прям такое экспресс усиление у нас будет. Не знаю, о чем можем, может, попробовать вот еще вот эту локацию зачистить за это видео. Хотя я не знаю. Все-таки Санта с его 45 миллиардами. Ну это сильно. Это реально сильно. Так, мы почти тут до фула докачались. Давайте курсор добьем. Здесь миллионов. И как раз пойдем сражаться с нашим тут первым боссом. Классный Санта. Классного Санта, я думаю, мы так быстренько уничтожим. И еще надо бы делать перерождение. Да, теперь, наверное, мы будем ими заниматься точно. Что-то я забыл про них. Так, давайте сражаться. У нас сил в два раза больше. Мне кажется, мы должны. Да. Но все равно кликать приходится. Еще и новую конфетную трость получили. На нишипка прям сильнее, но есть что-то такое. Так, все, давайте авто. Берем. Я тут дерусь. У него 400 миллионов силы. Я понимаю. Ноль сил! Как он тут оказался? Или он сделал этот? А, понял. Он ребит делал. Видимо. Так, давайте тоже мы сделаем с вами перерождение. Мне кажется, я зря сделал. Нам надо было, наверное, побольше, да, кубков накопить сначала, а потом делать перерождение. Чтобы сделать их сразу же несколько раз. Быть сильнее. Блин, ладно, на будущее учтем. Сейчас тогда, смотрите, опять наберем миллионов 10. И автоматически поставим несколько раз бой с классным Сантой. Посражаемся с ним. А потом будем смотреть. Как тут 29 минут. 8. При этом запись у нас идет 24 минуты. Ну да, я тут чуть-чуть еще сидел. Я зашел в этот режим. Посмотреть, что тут вообще происходит. Сам-то не играл, просто сидел, читал описание, потому что я что-то не такого ожидал от этого режима. 20 миллионов побед, блин, это вообще много. Пока что на питомцев тогда мы не будем тратиться, хотя они на самом деле тоже для нас, мне кажется, очень полезные. Так, 7 миллионов есть. Накопили. Идем дальше, Чмаксон заходит, привет ему.
Лесорубить будем, лесорубить. Ну я тут крутой уже, я уже на второй локации, как бы да, да. Поэтому сейчас будем тащить. Все, 10 миллионов накопили. Давайте автофайт вместе с классным Сантой. Нам еще, может быть, какой-нибудь фрукт за него дадут. Чё мне достаточно? А, на перерождение? Нет, пока мы перерождение не делаем. Смотрите, зато мы тут блюберри стали получать, и даже оранжевый, апельсин, а блюберри это черника, да, насколько я понимаю, эпическая, у нас их даже целых две штуки, а для нас это было бы полезно, x1.5 это очень круто, аж надо 75 яблок, понятно, тогда понятно, почему здесь, собственно, вот этот вот автофайт бесплатный и автотрейн, это вообще круто. И честно, я прям очень рад, что здесь вот так вот сделали эту систему. У нас тут бонусы, x25 к силе, еще трофеем, видимо. О, оранжевый получили. Оранжевый. Вот его бы тоже бы, конечно, нам апать. Все это вот делать, но тут надо много. Тут, видимо, вот реально вот так вот записать и потом еще поставить АФК где-то на час. Вот реально, если бы я бы сейчас поставил бы автофайт, ушел бы в АФК. Да хоть на минут 5. Я на самом деле бы тут столько бы уже трофеев бы накопил, набрал и был бы уже сильнее в разы. Так что тут вообще все хорошо. Так, что у нас тут? Какой-то мифический арбуз выпал. А мне интересно, из-за того, что он у нас первого уровня, он уже дает сразу же баф 1.3. Если да, то это просто, ну, замечательно на самом деле. И потом мы, смотрите, сразу же сделаем несколько перерождений и будем в разы сильнее. Пока что давайте еще чуть-чуть покопим, может быть где-то до 200 тысяч и сразу же перерождений. Сколько там сделаем? Да много, наверное, у нас тут выйдет в общей сложности. И для нас это только лучше. Если у нас сейчас баф 70%, то я надеюсь, что будет, ну, 120. Если будет 120, это правда уже очень сильно. По фруктам, кстати, сколько... Тут очень много падает у нас, смотрите, кого? Апельсина? Пытался перевести. Ну, нормально. Ничего, еще тут хорошо. Так, донат, донат, донат. Тут что-то, тут что-то. Кстати, скоро тут сможем еще открывать. О, здесь у нас... Ура, 30 кубков, как же нам это надо? Как же реально это нам надо? Я не понимаю, если честно. А тут 2500. Вот кому, вот кто ради этого вот заходит? Это же, я не знаю, может быть я в такой удачный момент зашел в это, в этот режим. Но для меня, вот как будто вот 15 кубков, ну за что, ну зачем? И 2, и 5 сил тоже зачем? Я играю от силы полчаса, и для меня это уже, ну совсем смешно, совсем ничего, конечно. Так, давайте тут крутить. Яйцо, что нам тут выпадет? Легендарный питомец. Чё-чё-чё? Блин, что же за подстава-то такая? Легендарные питомцы какие-то очень слабые. Так, всё, давайте делать перерождение. Да, вообще, что-то маловато у нас тут вышло. Но зато теперь по 65 тысяч за один клик у нас выходит. Ну, это не может не радовать. Так, в этом событии нам еще 10 минут надо играть. Здесь еще минут... 11. То есть, ладно, пока мы еще здесь, пока мы еще продолжаем. Здесь у нас 45 миллионов. Надо целых силы. Это много, блин. У нас пока что... О, я могу по лесу побегать. Сейчас, кстати, посмотрим. Чмоксон, он еще здесь? Я просто его не вижу. Что-то нету. А, или нет? А, нету. Все, не нашел его. Ну ничего, ладно. Хорошо, что можем вернуться, потом еще прокачать вот питомцев, посмотреть, с кем-нибудь посражаться. О, вот он, вот Чмоксон, нифига, крутой. Опа, на. Сюда. И вот как будто бы, знаете, с какого-то босса падает определенный фрукт, потому что вот с того классного Санты нам прям очень много апельсинов падало, прям, ну реально много. Я не знаю, как это работает, может нам просто повезло. Так, ну здесь у нас максимум, да и там у нас максимум. Прокачались, Митрар зашел. Видите, вот так вот я
захожу, и тоже и ребята заходят. Если бы не я, они бы так бы и не узнали об этом режиме, поэтому замечательно-то как. Как же это круто. Так, здесь у нас по опыту 75 тысяч, 75. Это, казалось бы, и много, да и не совсем. То есть питомцы же они тоже вот усиливают. Вот у нас на максимум сейчас какой? Вот этот вот 25x самый крутой. Но с одной стороны, да, это прям хорошая такая вот баф, наверное, дает. Единственное, жалко, что тут не пишется в процентном соотношении. Типа, благодаря этим питомцам, насколько мы стали сильнее. Тут просто показывают, что не добавляют мощи. А что дает нам эта мощь? А вот это уже секрет. 800 миллионов у человека, 140 миллионов. Это они молодцы. То есть вот сейчас вот, когда мы вот так вот накопим силы, мы, наверное, с перерождением не будем так торопиться, потому что ну, нам как бы надо сражаться, нам надо как можно больше кубков, а только потом уже будем идти. Пока что нам ничего такого не надо. Нет, уже все пересмотрел раз 50. А вот количество, ну тоже, да, донат? Да, ура! Ура, донаты! Как же нам без них-то жилось? Эх, а вот тогда-то реально меньше было донатов в играх. Я помню еще, когда в школьные годы с другом играл. Мы во всякие тоже тайкуны играли. Это, конечно, не тайкун. Это симулятор, по большей степени. Еще Блонарио заходит. Привет всем, привет всем. И тогда, если честно, я вообще почти не видел никогда доната. Ну, это и понятно, времена-то еще какие были. А сейчас уже, ну, совсем другое. Мне Steam пользуется, я так и не понимаю. А, вот по перерождениям, но у меня, видимо, тут топы немного сломались. Нужно только подойти. Человека 5000 SX. Я даже не знаю, что это такое. Он, видимо, очень крутой. Он меня приглашает в игру. Ой, извините. Спасибо, не надо. Потому что я тут в своей... в своем режиме зарабатываю. Я тут, видите... конфетной тросточкой бью по воздуху и силу у себя атаки прокачиваю. Фермер. Так, давайте пока что сбегаем. Поприветствуем тут наших друзей, наших ребят. Которые тут вот уже прокачиваются. Оба-хоба крутые. Блин, как они спалили, что я снимаю? Как они спалили? Ну да, если я в принципе не отвечаю, значит да, видео записываю. Обычно так работает. Ура, ура, всем привет. Смотрите, 300 силы. Максон тут, видите, уже прошаренный. Сколько у него? 7000 силы. А Блунариус где? Я Блунариус, я его не вижу. А, вот он. 150 силы. Ну, ничего. Они еще дорастут, я в них искренне верю. У нас уже почти 60 миллионов. Давайте попробуем сразиться с Йети. Конечно, я обычно стараюсь с боссами сражаться, когда у меня в два раза больше силы. Такие немного посложнее будут. Я посмотрю. Тут она же автоматически, я еще буду сам кликать. Двойная помощь будет. А, слушайте, без меня его вообще нормально. Мне можно и не кликать. Собственно, 56 тысяч мы сразу же получили. Ну все, давайте тогда пока что мы здесь будем биться. Это очень круто. По трофеям, по количествам. Сейчас будем апать их, покупать питомцев, улучшать их. Ну потому что эти такие у нас... довольно слабоватые немного. Хотелось бы побольше бафа. А вот здесь что у нас, кстати? Тут 5 минут не хватает. А здесь 6 минут не хватает. Потом давайте будем биться. Хватает нам на перерождение. Пока что я даже не собираюсь его делать. Получили еще апельсинку. Скоро у нас тут апнется новый уровень. Это здорово. То есть мы будем кликать еще больше силы набирать нашей. Сила матушка. Я не знаю, честно, я сейчас записываю, я вообще не знаю, кто будет смотреть до вот этого момента, если вы смотрите, вы герои. Напишите, пожалуйста, вот этот вот тайм-код в минутах, и если вы до сих пор смотрите, я прям в шоке, мне очень приятно. Мне очень приятно, если это правда кому-то интересно, потому что тут у нас такое развитие однотонное, и мне кажется, что... вот если бы я бы за кадром там вот паф и кашлял минут 5 и потом пришел бы обратно, бы сделал запись, точнее продолжил, было бы намного больше эпика. Ну вот у нас так вот, да. И x3, смотрите, мы реально получаем x3 кубков. Это за что? Это получается за события или за что? То есть если бы не x3, мы бы получали, например, не 50 тысяч, а сколько? 1000
17? Офигеть, так это вообще... Но на самом деле большая разница. Если бы мы получали 17 тысяч, то тогда бы я бы реально сидел бы афкашил. Потому что, ну, так выгоднее было бы, чтобы сидеть не заморачиваться. А тут, так как у нас есть какой-то прогресс, надо бы это играть. Надо играть, пока есть время. А, они, видимо, скрин хотят со мной сделать. А, ой, ладно. Ладно, сейчас будем сражаться. Сейчас я его побежду. Еще зачем-то я говорю, на пробел нажимаю. Зачем я это делал? Как тяжело идти! Слушайте, только надо автобитвы бить. Это слишком тяжело для меня. Блин, а я вот не знаю, нам за 200 тысяч взять или за 75? То есть за 75 мы можем сделать позолоченную хотя бы. Давайте я за 75 пооткрываю пока что. Мгновенно его. Какая вот у него сила? 31! У обыкновенного 31, так мы сейчас... Мы его еще сейчас позолочим, так мы вообще будем крутыми на самом деле. Редкий, еще и редкий нам выпал. Подождите, давайте у нас пока что такая вот тренировка будет. Пока мы тут с питомцами возимся. Все обыкновенный, все, он значит будет первый уже даже позолоченный обыкновенный. Снова обыкновенный. Ну что, если позолотим, то как бы все ок. Еще редкий. А если мы редкого еще позолотим, то это будет вообще замечательно. Кажется, сколько у него сил. Опа. Получается пока что. Давайте еще пооткрываем. Еще редкий, надо же. Так, у нас еще хватит на 2 яйца. Опять редкий, надо же. Можно еще тогда один раз, чтобы мы двоих позолотили. О, спасибо, спасибо. Как же он ко мне прислушивается. 39. Сделали золотым. 58. Еще 58. И тут 46. И Cubed Best. Улучшили их. И теперь по 266 тысяч в секунду получаем. Вот это я понимаю. Питомцы тащат. Так, ну это что-то пишет. Все, я к ним тут пришел. Хоба-хоба, хоба-хоба. Я тут с вами. Так, что у нас? Тут совсем чуть не хватает. Что они там пишут? Я не понимаю. Да я не могу. Зато у нас уже 100 миллионов силы. Так мы вообще крутые. Питомцы, это реально мощь. Теперь я реально в этом убедился, потому что мы... ну, 60... Сколько у нас? 60 тысяч было? Мы апнулись почти в 4 раза. Ну, вообще. Да, я сильный, я сильный. Вы тоже очень сильный. О, давай. Скрин делает. Мы пока все равно ждем. Во, легенды собрались, легенды. Опа, забивные, забивные лесорубы. Эй, там, видимо, Чмоксон сделал перерождение, потому что у него там что-то куда-то все подевалось. Так, ну все, сделали, я надеюсь. Мы сейчас пойдем тогда дальше сражаться. Что там надо-то у следующего по силе? 400 миллионов. Что-то дофига, что-то тоже дофига, конечно. Ну, с учетом того, что у нас уже вообще-то 145 миллионов силы. То есть растем, растем. Ну, конечно, нам надо бы продолжать, наверное, биться с Йети. И апать наших питомцев уже потом за 200 тысяч покупать. О-о-о, ивентовое яйцо. Ну, блин, ивентовое яйцо для нас уже не так будет дорого. Если тут, правда, что-то супер крутое не выпадет. Эпический. У нас 2 уже эпических есть. А, то есть нам даже сейчас послабее немного выпал. Давайте подождем еще одну минуту, посмотрим, что тут будет у нас. И может быть будем на этом заканчивать, в принципе, видео. То есть посмотрим. Потом еще, может, АФК немного встанут. Пособираю. Если вам будет интересно посмотреть продолжение, то напишите, пожалуйста, об этом. Посмотрим. Нет, в принципе, не сложно. Этот режим довольно прикольный, залипательный. Да? Что-то что они все яйца-то бьют? Причем одно и то же. Так, минуту, минуту ждем. Еще подарок будет скоро. Ну вот зачем нам эти 2500, когда у нас есть 200 миллионов, вы понимаете? Вот это вот я вообще не понимаю. Я не понимаю. Но это правда все из-за события, да? Вот это я вот понимаю. Пиковки крутые. Все, давайте смотреть. Бэтпак.
Что он делал? Что он дал-то? Я что-то не понял. Он мне просто дал каких-то животных? А, вот, вот они. А, 35, 30. Ну, ну наш-то уже сильнее, блин. Мы слишком быстро, видимо, прокачались, что для нас уже каждая вот эта вот способность, она уже просто толком ничего не дает полезного. Поэтому интересно, конечно. А так, с вами, я так думаю, был забивной лесоруб Диктофон. А у нас там Димка с нами во время игры приходил. Тут Митрар, Чмаксон, Блунариус. Все мы тут сражались ради вас, ради силы. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, правда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.